Ой, Олег Михайлович, мне квартиру свать надо. Да, давай, я ухожу все равно. Там бабушка, которая с крыской крыску обратно бросит. Значит, бабушку с мышкой мы выписываем. Я посмотрел карту, и анализ у бабули все прекрасно. Нам еще только здесь мышей в отделении не хватало. Танюш, давай не служба, а в дружбу. Там в моем кабинете мышка в коробке обитает. Забери, ладно? В коробке? Тогда заберу. Олег Михайлович, меня Павлова спрашивала про эту операцию. Я запуталась совсем, но сказала, что вы пациента не трогали, как мы и договаривались. Слушай, мы ни о чем не договаривались. Давай договоримся сейчас с тобой, что если в следующий раз тебя кто-нибудь спросит об этой операции, ты скажешь все как есть. Хорошо? Вы уверены? Я уверен. Мне кажется, Павлова не хочет неприятностей, а сейчас везде такие сокращения, еще придерутся к чему-нибудь. Вот закроют отделение, всех уволят. Никто никого не уволит, потому что нет причин для этого. Потому что ничего не случилось. Пора вставать. Просыпайся, ой, какая у тебя рука тяжелая, господи. Напилась вчера, ой. Надо было так напиться. Сама меня напоила, чтобы на ночь оставить. Ой. А где майка моя? Держи. Спасибо. Ну вы где? Эй, вы где? Я вас не слышу, что мне отвечаете? Наталья Леонидовна, вы где? Паш? Вы где? Да, Венера Халиловна, я еще раз посмотрю. Но мне кажется, я вам передал все вещи Саламы. Ага, хорошо. Да, до свидания. Хорошо, позвоню, да. До свидания. Доброе утро. Доброе. Ты давно встал? 6. Ого. Не смог уснуть ни в одном глазу. Тебе помочь? Давай. А что у вас вчера случилось на операции? Летальный, да? Ну да, нехорошо получилось. Брагин был на операции. Стоял, советовал, подсказывал. Но потом не выдержал и, в общем, сам закончил операцию. Ему же нельзя. Ну, нельзя. Но он впереди планеты всей, грудью на амбразуру. Что значит на амбразуру? Там же ты был, Иван Николаевич был. Ну и что? Брагин посчитал, что мы использовали не все шансы. Mm-hmm. Ну и так получилось, что пациент умер у него под руками. А жена пациента скандальная, теперь грозит судом. Ну, раз он такой самостоятельный, пускай и сам отвечает. Саша, наша сейчас задача, чтобы вообще никакого суда не было. Будем врать, что Брагин пациента даже не трогал. Понятно. Ну, а что нам еще остается делать? Вам ничего. А вот Олег должен сам с этой ситуацией разобраться и никого за собой тащить не должен. Саш, нас не... Нас никто никуда не тащит. Ладно, Кость, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Я работаю у вас меньше года, за это время я от Олега видела одни только неприятности. Нет, я не отрицаю, что он уникальный хирург, но мне кажется, отделению без него было бы лучше. Интересное заявление. Ты никогда не говорил, что... Ты никогда не спрашивал. Ну, отличный ответ. Не понимаю, что они возятся. Компьютер не работает, не надо.
А ты им скажи, что я слесарь. Я похож. Я не могу себе позволить, чтобы соседи видели, что из моей квартиры в 8 часов утра какой-то мужик ходит. Ира, меньше думай о том, что скажут другие. Ну, это ты можешь себе позволить. Не думать. Где ты и где я? Что? Я в том смысле, что ты все-таки разведен, а я как-никак живу с так называемым мужем. Я прекрасно понял, что ты имела в виду. Я не дурак, Ирина Алексеевна. Все, они ушли. Быстренько. Мне очень тебе понравилось. Уйди. Очень симпатично. Иди быстро. Очень. Он еще и не дурак. Ой. Ой, где вы? Ой, Наталья Леонидовна, возьмите трубку. Ой, я не могла его забрать. Не-н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 е. Паша! Вот так вот. Вы где были? Где Пашка? Паша! А мы гуляли. Нина, ну он горланил с 5 утра, решила с ним пойти погулять. Ниночка, вы знаете, как полезно гулять рано утром. Чистый озон. Ой, боже ты мой, вы знаете, что я чуть с ума не сошла. Я думала, тёкнусь. Ой, чего я только не передумала. Все же, мама. Вы хоть предупреждаете. Ну, мы хотели как лучше, чтобы наша мама выспалась. Да? Да. Извините меня, пожалуйста. Ой, правда, все мои тараканы. Слушайте, я действительно 100 лет столько не высыпалась. Привет, друг мой! Тихо, тихо. Ты чего такой нервный? Что так пугать-то? Чего так рано? Соскучилась. Пораньше приехал. Ой-ой-ой. Спина затекла. Хорошо? Хорошо. Сейчас это надо массировать, а? Меня обход через полчаса. Сначала я свой обход сделаю, а потом иди куда хочешь. Опаньки. Поворот. Спи, Брагин, как хорошо. Только ты не испорт ничего. Не могу с тобой больше разводиться. Спасибо вам огромное. А вы что, Нина? Нет, Нин. Я сама. Нина, ну, идите. Это, Леонид, нет. Идите, я сама все уберу. Ну, давайте, ну. Нина. Наталья Леонидовна, как мне с вами повезло. Вы правда. Еще раз простите меня за сегодняшнее утро. Ну. Все. Да ладно, Лен. Да. Ну все, я пошла на работу собираться. Пару бутербродов. С собой. Окиньте мне, пожалуйста, там фольгу в верхнем ящике. Вот там. Вот это? Да. Потому что мне там в столовку. Я хотела вас спросить, а что у вас совсем плохо с деньгами? Ой. Слушайте, у кого с ними хорошо? Вы мне можете сказать? Не, ну Женька присылает это, я как-то на няню, остальное я зарабатываю, ну вроде как хватает. Ну что, много надо? Памперсы, коляски, надарили вот так на год вперед. В общем, у меня вот такой коллектив. Да, вам повезло больше, чем мне, Ниночка. Ну, если честно, ну не только, чтобы из-за денег, без работы я тоже не могу. Нин, а вообще какие у вас планы? Ну, я имею в виду про дальнейшую жизнь. Ох, планы, какие планы? Живу-живу сегодняшним днем. Ниночка, вы мне, конечно, извините, что я как бы вмешиваюсь не в свое дело.
Вы одна? У вас никого нету? Наталья Леонидовна! Ох, Наталья Леонидовна! По поводу вчерашнего? Ну ладно вам, санитар новый, пришел, помог, все. У меня он в соседней комнате мужчина, все, мне не надо. Нет, нет, просто я на своем горьком опыте убедилась, какой вырастет сын без отца. Слушайте, половина семей, матери и одиночки. Ну давайте, ладно, как все растут? Так я не понимаю, вы меня что, замуж хотите? Ну нет, конечно, нет. Но может быть, все-таки вам подумать, чтобы из-за ребенка помириться с Женей. С Женей я не ссорилась. Женя нас бросил, уехал за 3 земель. Пройденный этап. Поехали дальше, ладно? Хорошо. Спасибо. Удачи, хорошего дня. Спасибо. Доброе утро, Иван Николаевич. Доброе утро, Ниночка. Заступайте. Да, готов, готов. Кого привезли? Женщину с чем-то возьмете? Что-то мне не нравится, какой-то бледный. Нормально себя чувствуется? Да? Я не знаю. Что... Да? Погода, что ли? Боброва Анна Петровна, 33 года, открытая ЧМТ, травма лица, без сознания. ЧП на дороге, нарочно не придумаешь. При буксировке отскочил карабин и прямо ей в лобовое стекло. Не успела увернуться. Это я. Я на буксир ее взял. Карабином прицепили. Она за руль. Я только тронулся, слышал скрежет, удар. Трос оторвал вместе с бампером и прямо ей в лобовое стекло прилетело. Я покажу. Пожалуйста, отойдите, не мешайте. Я точно не виноват. Вас никто не обвиняет, вы не мешаете. А вот ее права и мобильный телефон. Позвоните родственникам. Да. Вы только скажите, я чем могу помочь. Какая женщина красивая. Так, давайте быстро на КТ. Ниночка, на Рачинскую вызовите. Угу. Здесь без нейрохирурга не обойтись. Зову. Я же просто помочь хотел, просто мимо ехал. Я даже денег с нее брать не хотел. Заглохла посреди дороги. Никто, кроме меня, не остановился. Ну, только да, я. Знаете как, не сотвори добра, особенно красивым женщинам. Что, извините, посидите, пожалуйста, подождите. Вам еще с полицией разбираться. Сережа, где Сережа? Почему никто не говорит ничего? Доброе утро, Алис, как чувствуете себя? Как во сне. Или как пьяная. Пока не пойму. Так, ну, тяжелое сотрясение мозга, операция. Угроз для жизни больше нет. Поправитесь. Обезболивающее оставляем. Значит, 200 физраствора, 10 магнезия. Позже назначу глиотилин и витамины. Ни в коем случае не вставать. Никаких резких движений. Полный покой. Подождите. А Сережа? Сережа Шанцев, как он? И что, ничего не сказали? Вы же сказали не волновать. Волновать нельзя, да. Алиса, я обязательно все узнаю про вашего друга и все вам сообщу. Ну, хорошо? Марина, тяжелые травмы, хром ждет. Вдавленный множественный перелом лобной кости. От кости носа вообще ничего не осталось. Ну, с отеком мозга мы сейчас все равно ничего не сделаем. Нужно время, да? Да. Ну что, подаем больную в операционную? Да я боюсь, одной операции здесь не обойдется. Может, Брагин еще здесь? Посоветуемся? Нет, хватит с нас советов. Я просто подумала, что... Нет. Ну, мы сами разберемся. Оль, а ты успеваешь? Тебе во сколько в церковь надо? Храм. Как? Сереже надо говорить храм. А, храм? Оля, а ты как относишься? Что Никита у нас переезжает, а? Что-то ты с утра ничего не сказала. Мне кажется, ему с нами лучше, но разве мое мнение что-то значит? Вы мужчины, вам решать. Ну как, нам важно твое мнение? Ну хочет он у нас быть самостоятельным, это нормально. Я, кстати, тоже здесь. Да я вижу, что ты здесь. Но ты мог бы не ставить нас перед фактом с утра пораньше? Я переезжаю. Слушай, я вообще давно ищу момент, чтобы сказать. Но сейчас сложно найти подходящий. Просто сегодня уже край. Нужно ответить Гоше, делю я с ним квартиру или не делю. Да дели, дели, кто тебе мешает. Я не могу тебя привязать. Но в обмен мне обещаешь, что больше никаких мотоциклов. Слушай, пап, я на мотоцикле всего пару раз ездил. И то как пассажир. У Гоши мотоцикл... Никит, ты не понимаешь. Это смертельно опасно. К нам он привезли вчера одного гонщика. Умер на столе. Блин, Брагин еще вмешался, все испортил. А, кстати, Оля, я тебе не рассказывал? Да, каждому по заслугам.
По каким заслугам, Оль, ты чё? Остановите, пожалуйста, у храма. Секунду, без меня не уезжайте, я быстро. Держи сумку. Оль, ну ты чё с Никитой-то не попрощалась? А, я забыла. Никита, пока. Оль, слушай, давай я Никиту отвезу и схожу с тобой в этот в храм. У меня с обед дежурство, я успею. А что тебе там делать? Мой грех мне отвечать. Да, господи, ты, боже мой, ну какой грех-то, Оль? Идёшь, ну ладно, что сделано, то сделано. За это и получай. Давай сумку. Извините. Все, можем ехать. Да ладно, папа, не расстраивайся. Да я не расстраиваюсь, Никита. Просто тяжелый момент. Да она всегда странная была. Я вообще не понимаю, что ты в ней нашел. Че, правда так считаешь? Ты ничего не знаешь. Ничего не знаешь про нашу жизнь. Пап, да вы все время несчастные ходите. Пап, ты на работе герой, людей спасаешь. Домой приходишь и снова боишься сказать. Оправдываешься вечно, извиняешься. Может, не надо мучиться обо мне? Не влезай, куда не надо. Понял? Долго еще до твоей квартиры ехать? Сейчас в МКАД приедем. Давид Гурамович, я вас уверяю, что никаких оснований для претензий там быть не может. Оперировал Хромов. Иван Николаевич, вы его прекрасно знаете. Мне ситуация ясна. Но почему с раннего утра мне звонят родственники, грозят судом и прочее, прочее? А они что, еще не успокоились? Они не собираются успокаиваться. Ирина Алексеевна, почему в вашем отделении все время что-то происходит? И до меня постоянно долетает какое-то зловещее эхо. Но эхо, как известно, повторяет только последнее слово. А хорошее до вас долетает? Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста. Это наш новый юрист. Очень толковый специалист. Грекова Виктория Львовна. Очень приятно, Павла. Ирина Алексеевна. Очень приятно. А мы с вами знакомы. Вы не помните меня? Нет. 2 года назад у вас оперировали моего отца. Кажется, доктор Брагин. Он работает еще? Да, он мой зам. Кстати, он выздоровел? Быстрее, чем мы ожидали. Мы можем пройти к вам в отделение. Вы мне все расскажете, покажете протокол операции, историю болезни. Родственники сейчас в морге, но я думаю, скоро будут здесь. Давид Гурамович. Идите, идите, решайте вопрос. Множество костных отломков. Твердая мозговая оболочка повреждена. Иван Николаевич, будет просто чудом, если она выйдет у нас из комы. Да, по КТ картина была более обнадеживающая. Реакция отсутствует, она ухудшилась. А может, оставим ее пока на консервативном лечении? Нет, Марин, работаем, работаем. Удаление отломков может спровоцировать кровотечение. Появится риск тампонады синуса. Иван Николаевич. Будем делать дополнительные трепанационные отверстия. Я считаю, что это не обязательно. Я настаиваю. Мы вчера с Брагиным уже потеряли пациента. Что значит вы с Брагиным, Иван Николаевич? Кровотечение. Остановка. Давай адреналин. Нина, когда придут родственники Шанцева, позовите мне. Жена байкера, которая... Да-да-да. И Хромова, пожалуйста, ко мне пригласите в кабинет. Хромов на операции? Хорошо, после операции. А родственники пусть подождут у вас в приемку. Ладно. Проходите. Нина, шевелитесь. Шевелитесь, у нас ситуация. Но я ничего не делаю. Шевелись, Надь. Шевелись, у нас ситуация. Все шевелитесь. Что только я-то... Здрасте. Мы к заведующей отделению. Где она? Сейчас, секунду.
Больше ничего сделать нельзя. Господи, ну какая нелепая смерть, а? Бедная женщина. Что ж такое? А вчера, сегодня? Какая черная полоса? Ну, Иван Николаевич, сегодня мы сделали все, что могли. Я вообще считаю, что мозг умер еще до начала операции. Ужасно, непростительно. Вчера что у вас произошло? Иван Николаевич. Иван Николаевич! Сереж, ты в курсе? Да, конечно, в курсе. Напели. Хромов с Лазаревым оперировали, а Брагин советовал. Ох, мне это надоело все, боже. Ничего себе, около МКАДа. Ты как отсюда выбираться-то будешь? До метро сейчас по пробкам на маршрутках стоять. Зато дешево. Сам потянул. Да и до Москвы можно электричке. Че? Да уж, дешево и сердито. Зато отдельно. И без предков. Ой, ты так от нас бежать хочешь, а? Ну, может, передумаешь пока, а? Пап, если честно, не могу я так. Я, конечно, все понимаю. Ольга ребенка потеряла. У вас кризис, ну или как это называется? Я же не виноват в этом. У вас дома как в морге. Хочется либо застрелиться, либо повеситься. Ладно, времена были похуже. Переживем. Да нет, пап, с мамой такого не было. Даже когда ты ушел. Всегда была оптимисткой, радовалась жизни. А вот Оля... А Оля что? Папа, она из тебя соки все выжимает. Неужели ты не чувствуешь? Так, Никита, хватит! Ладно, прости. Не мое это дело. Ладно, слушай, ну, для тебя всегда найдется место в квартире. Так что, если что... Ну, спасибо, сын. Дожили. Добрый день, Иван Николаевич. Здравствуйте, Олег. Вам нехорошо? Да нет. Второй пациент подряд, летальный у меня на столе. Олег, вчера вы, конечно, не виноваты. Совершенно ясно, что у меня просто черная полоса началась. Иван Николаевич, вы действительно верите во всю эту ерунду, черные полосы, а? Да, черная полоса рано или поздно у каждого хирурга наступает. Значит, пришла моя очередь. Олег, вы ни при чем. Вы совершенно ни при чем. Здравствуйте. Что с моей женой? Боброва Анна, мне сказали, она тут после ДТП. Что с ней? Боброва на операции, там достаточно тяжелые травмы головы, лица. Врачи работают, врачи у нас прекрасные. Вы подождите. Иван Николаевич, Иван Николаевич, это ваш доктор, это муж Бобровой. Поговорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Дима. Дима. Да. У вашей жены была тяжелейшая травма. Мы не смогли ее спасти. Она только что скончалась на операционном столе. Вы вправе знать подробности, получить результаты вскрытия. Можете обращаться в суд, если считаете, что здесь есть наша вина. Но мы сделали все, что смогли. Я вам очень сочувствую. Какой суд? Зачем мне в суд? Я не понимаю. Она что, умерла? Да, Дима, вы держитесь. Ее нет, она ушла. Она сегодня первый день за рулем. Только научилась. Сказала, поеду одна, чтобы перебороть себя. Аня, это авария? Кто еще пострадал? Ну, это... несчастный случай. Извините, пожалуйста, Иван Николаевич, ну, просто срочно к Павлову и по поводу шанса. Там родственники, они курят на улице. Елена Григорьевна, подождать. Иду. Спасибо, что попытались, доктор. Я...
Мы очень хотели ее спасти. Я вам верю, верю. Пойдемте, я вам успокоить надо. Немножко посидите себя, придете. Да? Пойдемте. Что скажете, Виктория Львовна? Возможно, потребуется дополнительная экспертиза. Но я, как юрист, не вижу здесь повода для иска. Почему вы так волнуетесь? Да. Можно? Проходите, познакомьтесь, пожалуйста. Это Виктория Львовна, наш новый юрист. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Иван Николаевич. Юрист? Юрист. Значит, все-таки... Да. Шансова дошла до главного. Понятно. Я проанализировал вчерашнюю операцию. Я пришел к выводу, что виноват. Виноват в том, что не оценил тяжесть состояния больного. Не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. Уверяю вас, все не так уж и плохо. Я уверена, что суд вынесет решение в вашу пользу, учитывая все обстоятельства, репутацию хирурга. В том-то и дело, что нельзя доводить это дело до суда. Я занята. А, вы сами просили. А, да, Марина Владимировна, я на секунду. Марина Владимировна. В общем, после вчерашнего случая нам без суда не обойтись. Вы в курсе? Уже да. Вот попросите Олега Михайловича ни в коем случае не вмешиваться в эту ситуацию. Ни в коем случае. Мы сами разберемся. Его там не было. Ради отделения постарайтесь. Ирина Алексеевна, почему вы так боитесь суда? Ну, потому что есть нюанс по фамилии Брагин, который не должен был находиться в операционной. Его фамилия не должна присутствовать в протоколе операции. Не понимаю. Брагин перенес офтальмологическую операцию, был на больничном и не имел права оперировать. Но ему не сиделось. Иван Николаевич, ну объясните ситуацию. Я сам позвал Брагина, но в качестве консультанта. Он к пациенту не прикасался. Не прикасался? Не прикасался, золотая. Брагин мне вчера рассказал, как было все на самом деле. И как же все было? Куда? Вы что, меня за дуру держите, что ли? Шансова, я вас попрошу. Сколько можно ждать вашу Павлову? Павлова вас пригласит. Что, силой вас удерживает, а да? Вы попробуйте, попробуйте. Уберите вы... Удерживать она меня будет, а? Что ж за хамство-то, а? Господи, Нина, что происходит? Это вообще не ваше дело. Покрывают тут друг друга. Да и все вы мне под судом ответите. Ну, давайте. Это что такое? Это кошмар. Что такое? Родственники Шанцева, байкера, который умер на операции у Хромова. Прорвалась к Павловой, ты посмотри, а? Монстры, а не семейка, сосвету решили нас жить. Кошмар. Брагин где? В смотровой. Сейчас надо будет немного потерпеть. Ай! Ну, это больно. Я знаю. И что дальше? Все, идите домой. Что, и анализы не возьмете? На что? Кал на яйцеглист. У вас простой вывих. В следующий раз будьте аккуратнее с тренажерами. Это все мой тренер. Дебил. Любитель. Уволю его. Олег Михайлович. Заходи, мы уже закончили. Спасибо. Очень профессионально у вас здесь. Я оценил. Спасибо. Видишь? Меня оценили на 2000 рублей. Родственники Шанцева пришли с адвокатом. Какого Шанцева? Пациента, которого ты вчера оперировал, оказывается, Брагин. А, значит, ты уже в курсе. А ты как думал? Павлова категорически запретила тебе в это дело лезть. Да нет никакого дела. Нет никакого дела, понимаешь? Ну, ты мне хотя бы веришь. От печки мне все расскажи, Олег. Вот! Вот заключение из морга, я не верю ни одному слову! Ну, во-первых, здравствуйте. Здрасте. Лариса Петровна, подождите. Здравствуйте, мы хотим поговорить с заведующей отделением. Я слушаю вас. Я адвокат учреждения, и все вопросы вы можете задать мне. Грекова Виктория Львовна. Очень приятно. Шестаков Евгений Андреевич. Мы намерены обратиться в прокуратуру с тем, чтобы провести независимую экспертизу обстоятельств смерти Сергея Шанцева. Моя клиентка просто убеждена,
что ее мужа можно было спасти. Это ваше право, но у нас нет оснований сомневаться в правильности действий наших сотрудников. Почему вы вообще решили, что во время операции была допущена ошибка? Опять уж мне заговаривают. Я больше не позволю делать из себя дуру. Я засужу вас всех. Мам, ты вообще слышишь, что тебе говорят? Успокойся уже. Убийцы! Иван Николаевич, идите работайте. Присаживайтесь. Саш! Саш, иди сюда! Чего? Ты помнишь, как я Салама ругал за эти камушки? Смотри, все разложил, подписал. Салам. А с цветами что будем делать? Ой, я думаю, мама что-то заберет. Либо соседям раздаст. Это ты? А, это я. О, хорошенький. Ой, это кто? Ну, как-то это Шура. Ну, ладно. Такая красавица. Да. Мы когда в Ялте выходили с ней на пляж, был полный аншлаг. Она мне подзатыльники давала, если я при ком-то называл ее бабушка. Ну, с тех пор пошло Шура, Шура. Костя, точно решил? Может, не будем открывать и все? Конечно, решил. Здравствуйте. Добрый день, Наталья. Константин, это... Здравствуйте, Александра. Да. Ну что ж, метраж вы говорили? 80. Угу. Потолки? Потолки 3. 3D. Хорошо. Соседи по карману? Тихие пенсионеры. Угу. О, вид из окна, я вижу, у вас шикарный. Угу. Почему сами не живете? Ну, для нас она слишком большая. Отойдите. А, извините. Угу. Ну, это сейчас большая, а потом дети пойдут, будет маленькая. Проблема вечная. Я сделал последнюю попытку спасти пациента, вот и все, понимаешь? Вот и все. Что ты молчишь? Слова подбираю. Ребят, Иван Николаевич там плохо. Он в ординаторской, а? Иван Николаевич, что? Да ничего страшного, ребят. Ну что, сполошились? Вы покраснели, Иван Николаевич. Может быть, сахар подскочил? Не, я за сахаром слежу, я проверял. Ой, миленький, 180 на стол. Ничего, я сейчас таблеточку приму. Из-за этого разговора. Они там так орут в кабинете у Павловой. Еще адвоката привели. А вы тут при чем? Чего они вас там учат? Олег, дорогой мой, это была моя операция. Так, сейчас разберемся. Брагин, ты куда собрался? Сейчас останови его, пожалуйста. Там родственники Шанцева пришли. Я боюсь, что он вдруг наломает. Олег, стой. Тебе туда нельзя. Ты нас всех поставишь. Да неужели непонятно, а? Руки убери. Я позвоню все газеты, пойду на телевидение. Врачи-убийцы! Ирина Алексеевна, можно? Да, входите. Здрасте. Добрый день. Я так понимаю, что вы обвиняете доктора Хромова в смерти вашего супруга? Значит, я отстранил доктора Хромова от операции, так что дальнейший ее исход зависел только от меня. Так что, пожалуйста, все дальнейшие разбирательства проводите со мной. Моя фамилия Брагин Олег Михайлович. Хочу повторить, что никакой ошибки на операции не было. Ваш супруг попал на операционный стол в крайне тяжелом состоянии. Здравствуйте, Олег Михайлович. Здравствуйте. А я говорила, я вам говорила, что вот этот клоун оперировал, а вы мне какого-то заслуженного подсунули. Мы будем настаивать на независимой медэкспертизе, сволочи. Значит, во-первых, прекратите хамить. Что? Заткнись, говорю. Вы видите, он меня ударил! Немедленно прекратите, иначе дальше будет разбираться полиция. Если хотите продолжить переговоры, пойдемте ко мне в кабинет. Нет, значит, все поедем в ближайшее отделение. Ну? Сволочь, как я! Он еще руку поднимает!
гипертонический криз. Он в ординаторской, еле живой. Отделение расформируют, нас всех уволят. После такого отступными не обойтись. И зачем я только с вами связалась, Брэй? Я хотел как лучше. Да, конечно, как лучше. А на остальное что? Насрать? Трава не расти? Ирина Алексеевна. Идите вы знаете куда? Домой. Я вас отстраняю от работы на время внутреннего разбирательства. Я сказала, идите к чертовой матери, пока не послала вас куда подальше. Идите к чертовой матери отсюда. Они там подрались, по-моему. Что теперь будет? Получается, все, кто был на операции, теперь соучастники. Ну что, полегче, Иван Николаевич? А? Может, перемирим? Не надо. Марин, поговори с Брагиным. Так нельзя. А то ты Сереж Брагина не знаешь. Он всегда все делает по-своему. О, ребят, удар током привезли. Кто возьмет? Я. Тань, пойдем со мной. Я чувствую, Олег там напортачил. Ой, не сомневайтесь, это он умеет. Иван Николаевич, была вчера ошибка на операции? Он виноват? Ошибки не было. Ну, так это главное, по-моему. Разве нет? Электротравма. Ага. Рыбак. Был в лодке, молния прошла прямо через него. Подождите. Остановка сердца, потеря сознания, судороги. Реанимационные мероприятия на месте. Вроде завели. Так, ну пульс-то слабый, ладно. Противошоковый, Таня, ЭКГ, кровь. А как так-то? Грозы-то вроде не было. Как не было? Только что гремело. Не слышали? Да, у нас тут свой гром внутривенный. Стоп! Повторная остановка. Таня, реаниматолога, быстро! Заводим. Так что, думаю, миллионов за 25 уйдет очень быстро. Да, а мебель будете забирать? А то у меня есть бригада, можем позвонить, они все это очень быстро вывезут на помойку без проблем. Не надо на помойку, мы все заберем. Ну, хорошо. Тогда освобождайте побыстрее. А по поводу просмотра я вам позвоню. Спасибо. До свидания. До свидания, Наталья. До свидания. Фу. Бесцеремонная какая. А мебель куда будешь вывозить? Куда-куда? К тебе. Ко мне? Кусь, у меня вообще места нет. Нормально. А для меня место есть? Ну, конечно. А, ну, хорошо. Я тогда сам разберусь. Кусь, ну, если тебе совсем некуда, давай ко мне, я не против. А чего такая жертвенность? От страха. Боюсь, что ты уйдешь. И ты думаешь, что стенка и мебельный гарнитур меня удержат? Может, ненадолго. Да я шучу. Куда я не уйду? Куда? Это хорошо. Я бы на вашем месте подумал. Если мне предложат мировое соглашение, это все-таки деньги. Большие. Будем договариваться. Мам, может, ты уже определишься, что тебе важнее, справедливость или деньги? Так, о какой сумме может идти речь, учитывая побои? Мам, я надеюсь, ты не за денег затеял, иначе это просто... Что? Подло. Вот и все. Так, не хами матери, а! Так, идите на улицу, подождите меня там, я сейчас. Нашу девочку в палату перевели, можете пройти. Пятая палата. Ой, спасибо. Я покажу, халатик накинем. Спасибо вам большое. Вы? Что вам нужно? Пришла сказать тебе, что он умер. Слышала? Умер! Нет его! Что вы здесь делаете? Отстаньте уже от нашей... Руки, руки, уберите! Уберите руки! Это правда? Про Сережу это правда? Что хотел на чужом несчастье свое построить? Рыдай теперь! На вашем несчастье я любила Сережу! А вы только мучили его! Вы его всю жизнь мучили! Тише, тише, моя хорошая, не надо. Все хорошо, все хорошо. Успокойся.
фибрилляция. Сколько времени прошло после остановки? Минут 5. Давай дефибриллятор. Подожди. Дай-ка я старым дедовским способом попробую. Вдруг повезет. Серег, ты ему ребра сломаешь. Не заведется он. А подожди, я сломаю и починю. Ну что ж, заползла такая. Должно же повезти. Ну давай! Мужики, вы чего? Дайте скурить. Не кури здесь, мужик, лежи давай. Курить здесь нельзя. Олег, здрасте. Павлова дала ваш номер, сказала, чтобы я с вами сама разбиралась. А, ну давайте. Разбирайтесь со мной. Пройдемся? Ну, давайте. А вы не помните меня? 2 года назад вы оперировали моего отца. Я тогда здесь еще не работала. У меня в день по 5 операций. Всех не упомнишь. Хотя вы симпатичны. Я бы вас запомнил. Вы же не торопитесь? Да нет. Тогда нам надо, Олег, поговорить с вами серьезно, потому что у вас большие проблемы. Ну, давайте. Говорите со мной серьезно. Да что вы такое говорите, батюшки святые? Вот все как было рассказываю. Как будто иду по коридору, а впереди свет. Белый, яркий, аж глазам больно. И тишина. Так это душа ваша поднялась. А потом, как в ускоренной перемотке. А я как будто над собой поднялся и за всем этим наблюдаю. Вот над собой поднялся, и все мне видно. А тут темно стало. И звук такой, как будто упало что-то. Звякнуло, разбилось, треск, искра и голос. Ребра сломаешь. Господи ты, боже мой. Вот что это такое было? Так это она отделилась и обратно вернулась. Батюшки святые. Да я думаю, что все дело в рыбалке. Потому что в здоровом теле и дух крепкий. Вот и не отпустил. Чудом, чудом. Господи ты, боже мой. Господи ты, боже мой. Привет. Просто хотела узнать, когда ты будешь дома. Ну, надо же как-то поговорить, обсудить. А ты где? Ладно, звони. Подруга. Жена. Мы вместе работаем. Она нейрохирург. Значит, живете на работе? Ну, практически. Я вам помогу, Олег. Сделаю все возможное. Да все наладится, все устроится. И будет, как прежде, может, даже лучше, может быть. Вы оперировали моего отца 10 часов. Спасли и денег никаких не взяли. И даже от спасибо отмахнулись. Для вас это было в порядке вещей, а ему спасло жизнь. Коллеги на вас ополчились, но это нормально. Но я вас понимаю. И мы из этой истории с вами выйдем победителями. Посмотрим, посмотрим. А тишина, как зимой на озере. А я как будто над собой вот возьмешься и все это сверху наблюдаю. И вот каждая очечка мне... А что тут за творческий вечер? Пациент клиническую смерть перенес. Что вы говорите, да? Ну-ка, быстро по палатам. Так вот, давайте, я выходим. Если я через такое прошел, может, у меня предназначение какое на земле? Как мне же дальше жить? Батюшке надо спросить, я тебе адресочек дам. У нас такой батюшка хороший. Ну, а что, как себя чувствуете, товарищ рыбак? Да нормально, спасибо уже. А меня чего не зазывайте, а, Фаина Игоревна? Вас? А вам не надо? Да что вы говорите? А вы знаете, что мне надо, что не надо? А я вижу. Вы же неверующий. Так и я тоже неверующий. Я вообще реалист. А то, что со мной произошло, это просто научный факт. А вы что подумали? Да это тебя Бог спас. Дал тебе второй шанс. Дурак ты! Обиделась. Я, конечно, все понимаю. На волосок от смерти был. Еще бы чуть-чуть и валялся бы сейчас в морге. А все равно одна мысль мне покоя не дает. Глаза закрою и... И что? Щука это! 2.5 кг.
Меня как молния шандарахнула, она головой и сорвалась. Давайте, ложитесь. Ложитесь, давайте. Ложитесь, вам лежать нужно. У вас постельный режим. Все. И давайте тут без проповеди. Нравится тебе игрушка? Не нравится тебе игрушка? Ну, кто пришел? Ой, кто пришел? Мать вернулась! Иди к маме. Ну, а к матери теперь пойдешь? Иди к маме. Ой, какое настроение у нас шикарное. Ты что, это такое? Хорошее настроение у нас. Да? Мы выспались. Я так понимаю. Мы выспались. Бабушка, это лучше, да? А, тебе шла. Ой, держите погремушку. Давай, держи прыгну. Так, вот. Как только мать кому-то нужна, мобильный. Сейчас, мама. Сейчас мама поговорит по телефону. Привет, Жень. Да, дядя. Нормально. Ну, что у нас дела? Шикарно. Растем. Новости? А какие у нас новости? Приехала твоя мама. С внуком познакомилась. Они друг другу очень понравились. Как она посмела? А ты? Ты как ее вообще пустила? Гони в шею ее! И пусть не прикасается к моему ребенку, ясно? Мне это знаешь все? Тебе неприятно, да? Ну надо же, извини, пожалуйста. Представляешь, а мне совершенно по барабану. Приятно тебе? Неприятно? Женя, слушай, ты ребенка своего в глаза не видел. Ты сейчас какие-то указания, я, честно говоря, просто... Ты мой сын. Можно я буду решать? Кому можно к нему прикасаться, кому нельзя прикасаться. Ладно, Женя, не звони нам, ради бога, больше вообще. Хорошего тебе дня! Ой. Ниночка, если вы сомневаетесь, я клянусь вам, что с того случая, ну вы знаете, о чем я говорю. Не-не-не. Когда погибла моя дочь. Все. Я ни разу не прикасалась к спиртному, я клянусь вам, Нина. Да и тогда-то я выпила только один бокал со своей подругой. Миленькая, ну я вам никогда не доверила Пашку. Если бы я вам не доверяла, ну надо, что вы. Спасибо, что вы мне поверили. Это будет для меня как второй шанс, как вот этот шанс исправить эту ошибку. Простите меня, пожалуйста, Ниночка, простите меня, пожалуйста. Все, Нина, что ж вы. Теперь мы кому-то с вами понадобились, у нас прям аншлаг. Все, ну даже вот именно, и ребенок плачет. Ого. Привет. Привет. Слушай, прости за вторжение, но я, кажется, таки забыл. Дмитрий. Прикрутить в шкафчику одну детальку. Там такая дощечка, что... Совершенно верно, я же говорю, заковыристый шкафчик попался. Ходи. А может, и поужинать потом останетесь? Знаете, не откажусь. Голоден, как волк. Угу. Только после того, как дело сделаю. Так, давай. Ага, держись. Нет, там отвертка мне понадобится. А, тебе держи. Надо? Так. Все, пошел. Ладно. Спасибо. Прекрасно, ага. Нам понравилось. Нам понравилось. Ой, привет. А, это вы, Наталья Андреевна? Да, добрый вечер. Ну, я хотел с Олей поговорить, но задержался. Что, звоню? Ну, хотел сказать, чтобы мне ночную смену поставили. Надо подменить. Ага. Да, спокойной ночи. Утро пасмурно, дождь прохожий, в некотором раздражении. Такие разные и такие похожие, как луж больших отражений. Мимо машины почти машинально едут, куда им велено. Мокрые строения тоже не в настроении, смотрят на мир растерянно. Дождь раскачивает небо направо-налево,
сны летят, совсем промокли, залетают в окна. Чайка в ветре закопченном, белая на черном, и молчит, уткнувшись в ворот, город обречен. Скачивает небо направо-налево, сны летят, совсем промокли, залетают в окна. Чайка в ветре закопченном, белая на черном, и молчит, уткнувшись в ворот, город обреченный.